Всем привет, с вами снова я, Богдан. И это рубрика, да, у меня появилась рубрика «Разговор о важном». Важное сообщение. Вот так. И что я хочу вам сразу сказать. Меня просто взломали. Да. Все новые кадры с первой серии первого сезона моего мультсериала просто слили в мой инст. Я свой инстаграм вам показывать не буду, так как все удалено. И даже мне приходится восстанавливать все свои приложения, весь свой инстаграм. И даже ютуб я только вчера смог восстановить. Это было очень печально, что первую серию первого сезона мне придется опять отложить. И заниматься видеоми, потому что хоть и видео тоже, кстати, были удалены. И вообще, видео на 25 минут я уже выложил на канал, но он, к сожалению, его заблокировали. И мне приходится уже третий раз его переделывать. Потому что все, ну я уже говорил, было удалено. И я дальше не знаю, что, как мне поступить. Мне приходится переделывать вообще весь первый сезон, потому что у меня были и раскадровки, и все. И все это было просто удалено. Я не знаю, как дальше быть. Мне кажется, первый сезон выйдет очень не скоро. А может быть, даже я сделаю так, что выйдет только пилот и больше ничего. Да, я хочу найти себе спонсора. Поэтому да, лучше, мне кажется, действительно сначала сделать пилот. А если спонсора в течение года, полгода не найдется, то я буду делать самого. Буду делать сам серии. Ну, надеюсь, мне будут помогать мои друзья, которые тоже, ну, немного так и анимируют. Еще хочу вам рассказать по поводу контента. Что будет вообще в дальнейшем? Как все будет развиваться. У меня вот я жду в 2023 году очень много крутых проектов. Например, после 25-минутного видео я вам, ну, я думаю, вы уже поняли, о чем будет 25-минутное видео. И я буду выпускать дальше такие же видео. Например, я хочу выпустить видео про единорог Воители Вечности от Генди Тартаковского. Генди Тартаковский всегда для меня был очень хорошим человеком. Когда я слышу его имя, отчество, фамилию, я сразу понимаю, что этот человек достоин своего внимания. Ну, мне кажется, на этом все на сегодня. Всем спасибо за просмотр, за то, что вы подписываетесь на меня, ставите лайки. И под последним видео на Человеке-пауке, когда я вам скидывал шортс, вы набрали колоссальное количество просмотров. 2000 просмотров. Меня это сразу порадовало. Куча лайков, комментариев. Мне это очень нравится. Спасибо вам большое за такой мега-актив. Ну что ж, всем удачи и пока!